Hi. Это был красавчик, а мы, можно сказать, совсем не с опозданием. Скоро доедем до нашего концерта. Первым играет, и после него быстро собираемся и едем на другой концерт. В общем, сегодня у нас концертный день. Ну, постоянно что-то забываем. Сейчас дочка опять пошла что-то из дома забрать. Ну, все, пришла. Сейчас бегом. Сегодня весь день бежали. Возвратились за очками. Все на месте, все на месте. Кстати, половина семьи уже поехала на концерт Альфа, поскольку у него такой маленькая строчка есть, в общем, роль есть у него. Решили, чтобы он не опоздал. Это, наверное, Мариона. Сейчас всем нужно объяснять, что мы не хотели опаздывать. А Мариона, она окей, говорит, насколько далеко находитесь. Доехали ровно 5 минут до концерта. Все, чем? Мы запускаемся. Царика папа кабели. Окей. Сарам дюсель берели. Достигли до цели. Он первым играет и убегаем. Кохцес, are you ready? Он готов. Всегда готов. Going first and open the show and ease everyone's nerves. We're gonna have lots of fun, so I want everyone to relax and really enjoy this show. Please welcome on stage Baek Yailoyan. Thank you.
сам почувствовал, что что-то не то сделал. И уже хотел слезу спустить, выпустить. Сказали, ты молодец, ты лучше. Ты лучше не плачь. Натенька, Катя? Столько с утра его измучила, замучила, позанимался. Позавчера с учительницей разговариваю, говорит, он пришел сегодня, так идеально сыграл. Смотрю и удивляюсь, как этот малюсенький мальчишка может за год так, в общем, хорошо уже играть. Говорит, ты подожди, когда ноги уже достигнут до педалей, и просто жди и смотри, что он будет делать, вытворять. Говорю, не обязательно, чтобы вытворял. Главное, чтобы это делал, ну, с желанием самое главное. Остальное же, что будет вытворять, не думаю, что он планирует или станет большим пианистом. Нету такого материнского чувства. Хочу, чтобы он просто так занимался. Если влюбится, пусть влюбляется. Ох, такие дела. Но сам понял, что такие маленькие ошибочки запустил. Потому что мы бегом, как говорится, доехали. Наверное, это наша энергия беготевская, спешащая. Не знаю, но мог бы и получше. Но все равно ему сказали, что он отлично сыграл, он молодец, хотя он все понял. Сейчас бегом едем на другой утренник. Так хотелось этот концерт послушать. Только что с Арнаком разговариваю, говорю, ну что, началось, все нормально, все в порядке. Говорит, да, Арка уже выступил. Арка, Арам. Он уже выступил. Мы пропустили его выступление. Ну, по-моему, еще одну строчку где-то говорит. Надеюсь, на это успеем. Но пока ничего нету, поскольку знали, что у него сегодня другой концерт. На всякий случай попросила ему важное что-то не задавать. Ну, какое-то чувство неполно. Как будто ничего не поняли. Быстро бегом пошли, ребенок сыграл. Даже в спешке как будто сыграл. И взяли ребенка, сейчас бежим на другой концерт. Но мы не виноваты, что разные организации, так скажем, или учителя в один и тот же воскресенье, потому что следующее воскресенье уже рождественское воскресенье. Естественно, никто вряд ли такое сделает прямо на рождественский день. Ну да, it's okay, так тоже бывает. Главное, успели. Семья разделилась, успели одни туда, другие сюда. Мы на месте, выходим. Առաջին հանդեսն է այս նոր տարածքում, այս համար շատ կարևոր տարի է 22-ը։ Տարվա արդյունքներ ամփոփել և Creo Studio-ի համար այս տարին հատկապես նշանավորվեց այս նոր տունը։ Витас. Астрид.
Niklas. Peter. Hendrik. Ինչ ո՞ն դաս տիրակ երեխաներ։ Մի քայպես են ծանոթանում։ Տոմի, Պեպին, Սեբա։ Peter, Peppin. Paul, Peppin. Bella, Peppin. Astrid, Peppin. Henry, Peppin. Բարին ձեզ այս նոր տարում, շնորհավորում ենք ձեր նոր տարին և սուրբ ծնունդը։ Ի թող կան այս գիշեր, սրբագործված սիրով մտնեն իրեն ջորջախն այս գիշեր։ Թե կան բախտի փշոտ ճամփեր, թող ծաղկուն քով կանաչեն ու երջանիկ սպասումներով բոլորն արդեն այս գիշեր։ Թե աշխարհում պանդուխտներ կան, թող տուն դառնան այս գիշեր։ Հայրենական ավերժության ողջունեն այս գիշեր։ У ёлочек, а? Меня тут мем здесь нагаем, а ты не думай, они уже угощаются. Благодарю. Такой хороший утренник был. Жаль, что почти половину распустили. Джон. I don't know. Старшее поколение решило отдельно поехать. Не знаю, у них какие-то планы, но говорят, мам, приезжаем домой, что-то забираем и опять куда-то едем. Они вчера, все трое, поехали в магазин, сделали все свои новогодние рождественские покупки, пришли домой, всю ночь Лилит заворачивала подарки. У нее в комнате гора подарков.
Поэтому утром невозможно было ее разбудить. Всю ночь она подарки заворачивала все. Куда она спешит? Всегда такая. Stickers. What do you like? We had stickers, bubbles, chocolate coins, bubbles, candy cane. Очень много подарков. And picture. Сладких. Oh yeah. Lots of things. Самое главное, если поищу еще одну пару туфель, может быть, и тапочек или что-то в машине найду. Там более-менее уютные сапоги, здесь совершенно неуютные туфли и очень мягкие, пушистые. Куда и сейчас отправятся мои уставшие. Угу. Все на месте, едем домой. Решили взять и рискнуть поехать обратно в концертный зал, так скажу. На самом деле, черч. Какой черч там, арам? Церковь, ну не знаю, какой принадлежности и веры. Неважно. Самое главное, хотим посмотреть, если еще не закончилось. Мария не написала, она не ответила. Думаю, потому что занята, еще концерт не закончился. Хочу хотя бы фото, ну, послегодний. Фото новогодний, послегодний. Сделать, ну, какой-то, что-то не завершилось, незавершенное чувство есть. Надеюсь, не закончился еще. Давай. Прошли под желтый цвет. Свет. Аркал Бека спрашивает, ты хорошо сыграл сегодня на концерте? Говорит, конечно. В этом деле главное уверенность, самоуверенность, а остальное с годами придет. Кажется, закончилось, но все равно мы доехали. Выходим. How did it go? It went well. Let's see. Let's see. How did you feel? Don't you reckon they got scarabla on the ball? Look at this. Scarabla on the ball. Okay. And I want to give it to you, just two teddy bears. One goes on a Christmas tree, one goes to chocolate. Still. It's so good. I know. You need wine right now. You had a stressful day. No, it was a good day. But it's my channel. So, вот теперь все хорошо, все прекрасно и лучше. Какое-то завершение есть хотя бы. Папа, мама и голова, батя. Папан. Теперь все рады и счастливы. Video. No, but we're only 5 seconds away from home. Okay, let's take. Okay. 5 минутах от нашего дома, очень близко. Уже фортепиано она закрыла, потому что закончила. Двери закрыла, свет выключила, и тут мы нагрянули. Фортепиано открыли, свет включили. В общем, конец фильма был прекрасен. No video. Наверное, старшие думают, куда это пропали наши родители. Лейн Троллер. Хаджан? 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 Хаджан?
Բերեցի ու խաղալիքները, որ տոպրակ մեջ են դուրսն են, որտեղ տոպրակը շատ փոքր է։ Չգիտեմ ուր են գնում, ասում են ինչ որ։ Не знаю, куда они едут, но сказали, мы вернемся. Ну, у них разные планы, все разное. Должен объяснить, куда они едут. Why are you crazy? Друзик! Алма там ждет. Эта штука не работает, но главное есть. Ничего, кто мне брат. О, поэтому она такая активная. Алма! Папа не видел. А, это chocolate coin. Русгишер это на? А, да я сейчас даже говорю, и так как жалуются. Маки часто маленько там, сейчас там армия. Ничего не делают. Невозможно просто так. Алма? Легко культуракам барыги. Он больше не хочет с ней играть. Интересно, отсюда они подарочки получили. Stickers. A pencil, this thing, that one. Разные вещи. Painting. Oh, look what I got too. Сегодня хочу немножко ту часть хорошенько почистить, промыть, попылесосить и елку поставить. Не знаю, будем ли декорации вешать, еще не знаю. Сы что-то сказал, не поняла. Что-то говорит очень пыльное, домой не принес. Наверное, поняла, что пыльное. Пыльное это что-то, где елка находилась. Неправду сделала. Но там, по-моему, игрушки тоже есть. Альма? Альма, иди на душ, смотри, она так за Ишханом гонится по всему дому. Окей, что денег? Но стикер на тату. Маленькие татуировки на кожу. Не хотите? Вообще глупые игрушки эти татуировки, если честно подумать. Я опять начала. Сейчас не про это. Тату уберем. Елку сюда поставим, но сегодня декорировать не будем, потому что еще не решили, как и чем. Множество игрушек я в прошлом году удалила, оставила, кто-то унес. Но что-то оставила на всякий случай, и нам тоже игрушки достанутся. Но сегодня только елку поставим и тихий семейный вечер устроим. Что-нибудь вкусное покушаем, и день закончится. С 6 утра этот мальчик, по нему не скажете, что он с утра вышел, только что вошел. В 6 часа проснулся, пошел на игру, в 8:40 игра была. Приехал, но в 11 пошел, парти был у него, команда играла. Его команда, новогодний парти был. Из парти приехал, пошел на утренник. Из утренника пришел, сидит себе, конфеты кушает. Детское счастье. Ну, как хорошо дома. Какой бой. Очень ловно волгетишь. Я очень перешла на армянский. Перешла на родной. Окей, все хорошо было, все прекрасно было, прекрасный день. Я хуже представляла, думала, все. В это воскресенье мы будем как сумасшедшие туда-сюда кидаться. Что-то в этом роде случилось, но не до той степени, что, в общем, критической ситуации не было. Или странная. Вот на эту посмотрите. Ишхана поймает, ловит, то есть. Альма, это хавасит чуни, а он уже жалуется, говорит. Арам, давай елку ставь. А я чай себе, кофе тебе. Посидим у камина. Кухцерный раз. Он ушас. Его потом поцелую. Мам. Чао. That's gonna be our Christmas tree. Ayo. That's it.
Yes. Kazar taren. Christmas chocolate. Дедушка Мороз нам елку принес. А, мы так рады, что купили такую ненатуральную, но елку. Все. Господин Ишхан к нам в гости пришел. Мужу говорю, сегодня все равно, даже если хотела декорировать, не буду, потому что хочу, чтобы наш зоопарк сначала привык. Кажется, он привыкает. Хочет 4 часа работать, но так. Ему очень нравится. Он может подняться, шнуры прогрызть. Джон! Хакаберем Микане. Он говорит, хочу игрушки весь вешать. Сейчас они подумают, это дерево, на которое можно подниматься и спасаться от Ани. Джон, а он это может удалить. I know. Давай, нам еще звезда нужна. Что-то интересное скажу, когда Арнаки Левит маленькие были, елка, всегда одна елка была на Новый год. Они хотели звезду на верхушку елки. И помню, был Новый год, по почти 2 года мы не могли найти звезду, которую можно было класть на верхушку. Бантики клала, птички, мтички, все, что возможно на макушку декорировать было, кроме звезды. Несколько лет назад мы наконец-то нашли нашу звезду. Вы бы видели радость всех этих младших и старших поколений. Все радовались. Ишхан? Кажется, Ишхан себя плохо ведет. Говорит, это первый Новый год и первое Рождество Ишхана. Говорю, гишера, альмы. Так что первое Рождество нашего зоопарка. И кто-то из участников нашего зоопарка думает, это его дедушкино дерево. Поднимается, меня царапает, как будто убили руки с моего дерева. Выгнали, в общем, его, сказали, это дерево нашего дедушки. Это я, как говорится, опушаю дерево. Просто нужно хорошенько распространить эти, ветки. Сегодня это сделаем, Марам. Дети хотят обязательно декорации. Пусть делают, что хотят, потом я по-своему сделаю. Всегда так. Они сначала делают, украшают, потом что не так, а потому что обычно они делают ту часть, где их по росту им легче, да? Ну, поскольку я очень высокая по росту, остальное я сама делаю. Очень хотела в этом году дерево, елку дать, елке дать характер, скажем, все в однотонном, в одночем-то, как будто стиле украсить. Но кажется, опять не получится. Украшение нужно пойти. И пока поеду, пока куплю, дети столько не подождут. Потому что я хочу после Рождества пойти покупать. После рождественские скидки. Хотя эти скидки тоже уже не хорошие скидки, а обычные цены. Ах, ах, ампетка. Наверное, привыкнет. Думает, я играю с ним. Подуэль показ. Нам ее сейчас не хватало под елку. Кстати, она съела одного Дедушку Мороза. Игрушка такая нежная, маленькая была. От Дедушки Мороза только шапка осталась. Арва, меня дурса кейк. Привыкнем. И мы привыкнем, и они привыкнут.
Я думаю, у нас очень серьезная причина не вешать никакие игрушки, пока эти звери не успокоятся и не привыкнут. Вряд ли привыкнут. Но очень хорошее дерево, чтобы от Альмы спрятаться. Нельзя думать, что пошел бой. Нормально выглядит наша елочка. Первоначальный вид обещающий. Каждый раз, когда дохожу до макушки, вспоминаю, как Арнак хотел звездочку на макушке. Я даже не понимала, это он о чем. Что-то по-другому говорил или неясно говорил, маленький был, но спрашивал, а где это? А, ты помнишь, наверное, не помнишь. Где это? Никак не могла понять, что должно быть на макушке. Пока немножко вырос и сказал, где стар. Звезду хотел мальчик. И не могли найти. Звезда это дефицит был. Была, то есть. Ага. Все. Так, думаю, нормально. Потому что когда звезду положим, нужно будет немножко починку сделать, чтобы звезда хорошо сидела. Альмандурсаузунгена. Говорит, о, Ишхан сейчас говорит в этом ящике, поэтому она хочет. He's not stupid, he's amazing. О, это Гишер тоже там. Гишер. Ох, Сирюна, она такая красивая. Ишхан сейчас в мешке, а Гишер просто изумляется. Пусть играет. Ишхан взлетел. Пусть знакомятся, потому что и чувствует мое сердце наши игрушки. Да. Долго не задержится на дереве. Мам. Темно. Хотя картошка им жарит, а картошку буду жарить. Самая вкусная еда это какая? Жареная картошка. Логика. Пожарю, Саша скоро будет вернуться. Такой ужинчик сделаем. А можем здесь посидеть. Уже чувствуется немножко праздничный настрой. Хочется чувствовать. Алмаз, то ли сезонный нас партианес? Тоже хочет к ним. Люс гишери ставай, кустель ставай. А он все горят? Да. А? Все горят, и мы горим. Желанием украсить эту елочку. Ну, потерпим. Все, больше не делай. Уже, думаю, нормально. А пушистый или не голый? Пушистый, Кинен. Больше ничего не надо. А, верю. Подождите, чужим взглядом посмотрю. О, прекрасная. Ни капельку не жалею, что искусственное дерево купили. Очень удобно, очень хорошо. А для... Плачет и не хочет. А для запаха, думаю, обычно покупаю еще два таких. Или, может, детей пошли все-таки купить натуральные два дерева. Два дерева. Да. Около камина. Или, если не получится, куплю две такие... Короткие, тяжелые вазы. Здесь у нас растет хвойное что-то. Забыла. Туя, по-моему, называется. Отрежу кусты. И в эти вазы думаю. Разные мысли есть, потому что очень красиво смотрится около камина дерево. Поинсеттии хотела, но поинтересовались. Поинсеттии очень ядовитые цветы для кошек. Не хотим их ядовито ведь. Альма. Она научилась красть у маленьких детей еду. Профессионально подходит, мило, нежно. В глаза тебе смотрит и аккуратно забирает.
кухцерыс. Все. Арка, да. Если Зенка помнит, а здесь гаражи. Уже убираем сегодня утром. Такое место есть, где идут такими ружьями. Ну, совсем не агрессивная игра. Просто стреляете игрушками друг в друга. Окей, я пошла готовить ужин. Я, а я,